В Таджикистане за публичное оправдание экстремизма судом военного гарнизона Хатлонской области к 7 годам лишения свободы приговорен солдат-срочник. Бижан Ибрагимов, уроженец района Рудаки, проходивший срочную военную службу в одной из частей Нацгвардии Таджикистана, был задержан весной этого года, сообщает Радио Азади. В отношении Бижана Ибрагимова и двух его друзей было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 307 УК РТ публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма. Сам Бижан Ибрагимов обвиняется в том, что выложил на своей странице в «Одноклассниках» фото флага группировки «Ансарулла», который по сути является флагом ислама с шахадой, а также вел переписку в соцсети со своим бывшим одноклассником, находящимся в Сирии или Ираке.